Давным-давно, 65 миллионов лет назад, по нашей земле бродили огромные гиганты. Они назывались динозавры. Было много видов динозавров. Трицератопс, дилофозавр, диплодок, трицератопс, стегозавр, тиранозавр. В то же время существовало три периода: триасовый, юрский и меловой. Все это вы увидите в передаче «Доисторические монстры». Доисторические монстры. Серия первая. Элосмозавр. Элосмозавр – это гигантский динозавр мелового периода, достигал в длину 15 метров. У элосмозавра была длинная шея и маленькая голова с большой пастью и похожими на шипы зубами. Питался элосмозавр рыбой. Часто он глотал маленькие гладкие камушки, которые помогали размельчению пищи. Однажды археологи нашли в желудке элосмозавра больше 250 таких камушков.